привет! Всем привет! Мы извиняемся за долгое отсутствие, потому что мы были на даче и мы делали видео, мы делали трейлер канала, если вы еще его не видели, посмотрите. И мы записывали видео про достопримечательности Барселоны. Она не будет... только достопримечательности, а и советы просто барселонщикам. В общем, да, видео про Барселону мы делали. И я думаю, оно будет готово завтра, послезавтра. Вот, а сейчас мы уезжаем домой. И по дороге домой мы заедем в супермаркет для того, чтобы купить продуктов себе, не только себе, и нашим друзьям в Риге. Куда мы едем через сколько? Сегодня. Через 4 дня, да? Да, 4 дня. 4 дня мы в Риге, 4 да. 4 дня. И первое, что мы взяли, это сковородка. Бэмс. Взяли досточку. Мраморная качелка. Она такая тяжелая, она, наверное, килограмма 3. В чем ее смысл? Чтобы убивать. Серьезно? Ну, да. Взяли терку. Еще мы взяли черпак пластиковый и такие еще черпаки. Еще нож. Ты теперь киллер? Да. Взяли себе турку для кофе. Потому что мы те еще кофеманы. Это с мультика «Домашние животные». Такса. Бодя. Такса Бодя. Такой прикольный. Какой есть? Прекрасный. Макс. Я забыл, как зовут этого мопсика. Я тоже забыла. Мопс. Соня. Соня. Здесь пожар. Но есть Катя, которая да, готова бороться. Да, я сейчас потушу всех. Для миску для взбивания срезу, такая дырочка прикольная. Ты миксер засовываешь и взбиваешь. И полотенечко. Мы на этот раз купили все, потому что в прошлый раз мы не привезли с собой ничего и покупали все в Испании, а в Испании было в 3 раза дороже, чем здесь все. Поэтому в этот раз мы не допустим таких ошибок. Все уже купили. Оп, а мы уже в Ашане. Да. И Дима взял кофе. 2 себе взял. Да. Видите, какой огромный медведь. Покажи поближе. Я же не знаю, боже, куда же его пихать-то? А если в однокомнатную квартиру? 5? Парень приходит, девушка дарит такого медведя, а она ему говорит, ты что, дурак вообще? Я бы сразу рассталась. Куда же я его пихнул? Сейчас ходим по Ашану и выбираем что-то нашим друзьям тропическим. Вот, и думаем, чего же у них такого нет, что есть у нас, что им такое интересное привезти. Сейчас покажем, что мы пока что купили. Пока, правда, еще думаем, что еще купить. Но на данный момент у нас есть вот такое. Что наши друзья не пробовали, так это горчицу и хрен. Я думаю, они будут в восторге. Да. Скажем им, что это варенье. Смотрите, мы взяли венецианская ночь. Да, венецианская ночь конфеты. Хотя это их не очень удивит, но ладно. Вот эти вот конфеты. Классика. Коробка. Коробки у них точно нет. Конфеты любимых с Собчинской. Покажи водку. И горилка с перцем. Козацька рада. Мы приехали домой. Я купила себе чехол. Да. Купила. И нужно рассказать вам, почему я его купила. В общем, со мной сегодня произошла такая очень неприятная история. Я была очень-очень расстроена. Мой телефон упал без чехла на асфальт. В общем, мне было так обидно, я просто уже не смогла и разрыдалась. В общем, как это все произошло, я сидела с собакой на руках, и у меня на пауэрбанке был телефон, и пауэрбанк лежал в одном кармане пальто, а телефон в другом.
И собака зацепилась ногой за пауэрбанк, за шнурок, вернее. И когда я отдавала ее маме, то, естественно, это все потянулось, телефон отцепился и упал. И у меня чуть сердце вообще в пятки не упало, потому что он упал на асфальт, и я подумала, что там сейчас треснет стекло, экран — это самое ужасное. Но он подбился немножко сверху корпус. Вот так вот у меня подбился корпус. Здесь царапинка, здесь внизу еще где-то, вот с этой стороны, царапинка. Они, в принципе, небольшие, но достаточно глубокие, и так как моему телефону всего лишь неделя, я очень расстроилась этим царапинком. Я не ожидала, что они будут так рано. Вот, и поэтому мне пришлось купить чехол. Я купила просто такой белый, который защищает, чтобы не было еще хуже, и чтобы прикрыть эту трагедию мою. Вот, чтобы я так сильно не расстраивалась, когда видела. Но ничего, нужно по-философски относиться к этому, потому что это всего лишь телефон, это средство, самое главное, что он работает, не разбился экран, могло быть все намного хуже. Вот, ничего страшного. И еще у нас произошли не очень хорошие новости на выходных. В общем, мы уже отправили компьютер Димон старый на продажу, мы его отправили по новой почте уже человеку, которого мы нашли, и он 4 дня его не хотел забирать, и в итоге потом отказался от него. В общем, человек поступил как свинюка, и нам это доставляет очень много проблем, потому что у нас осталось 4 дня, и нам нужно, даже 3, можно сказать, дня, и нам нужно столько всего за эти 3 дня сделать, нам этот компьютер вообще никак не лезет во все наши планы. И мало того, то, что мы не успеваем его продать, нам еще нужно его поехать и забрать с того отделения, на которое мы отправили его. Потому что дождаться, пока они привезут его назад на наше отделение, у нас нет времени. Ну, в общем, это такая проблема, просто жесть. В общем, такие у нас не очень хорошие новости, но ничего, мы справимся, все будет в порядке. А пока я вам покажу еще, какие торбы мы просто купили вещей, смотрите. Это все сувениры и все наши кухонные принадлежности для жизни. Ну, не все, а то, что мы вот купили себе новое. Потому что в Испании мы брали там у Димона и мамы немножко. Брали одноразовое, такое не очень качественное. У нас много чего испортилось из китайского магазина. Поэтому нам нужно было новое покупать, а здесь все намного дешевле и по качеству лучше. Спасибо, что были с нами. Встретимся с вами завтра. Всем пока-пока!